С календарным летом официально начинается и купальный сезон. Чтобы горожане чувствовали себя на пляже комфортно, зону отдыха нужно подготовить уже сейчас. Центральный пляж гостям пока не готов. После зимы на территории остался мусор, опавшие ветки, ободранные урны и кабинки для переодевания. Привести излюбленное место отдыха ульяновцев в достойное состояние должны сотрудники городского центра по благоустройству. Будут выполняться покрасочные работы со следующей недели. Это все малые архитектурные формы, грибки, урны, кабинки для переодевания. Будет выполнена побелка деревьев, покраска бордкамня. А пока работники приступили к монтажу лестничных маршей для спуска в воду. 12 лестниц из 20 уже установлено. Следующий шаг – аварийные деревья. Ветхие тополя, готовые рухнуть в любой момент, спилят под корень. 14 мая у нас формируются бригады по уборке центрального пляжа и мест массового отдыха. То есть с 14 числа по 1 июня будут выполнены все работы по благоустройству. Также будут получены сертификаты на соответствие санпина. После работ по благоустройству сотрудники горзеленхоза проведут санитарную проверку почвы, воды и песка на наличие бактерий, паразитов и радиационного излучения. Все замеры должны быть проведены строго до начала купального сезона. Кроме центрального пляжа, в порядок приведут три других места для отдыха. Пляж в парке 40-летия в ЛКСМ, набережную Свияги и пляж в поселке Борьба. Все работы должны быть завершены строго к 1 июня. Виктория Чиркова, Данил Сурков, Новости Ульяновской правды.